Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на нашей сегодняшней пресс-конференции. Она посвящена старту 12-й национальной общественной премии «Алтын Журек». И организатором, который выступает, фонд «Баужан». Начать прием заявок раньше запланированного, то есть продлить на 3 месяца. Именно поэтому мы прогнозируем в этом году рекордное количество заявок. Второе, подачу заявок можно будет в этом году осуществить в онлайн-режиме на сайте altnjurek.kz, в разделе «Номинировать». Эти премии вдохновляют, очень помогают. И за счет такого признания больше людей объединяются в добро, которое мы несем в это общество. Наши старики, которых я кормлю, я организатор бесплатных обедов для пенсионеров, они тоже очень благодарят всех. И когда я объявила, что меня наградили, наверное, это была больше их радость, чем моя. Мы очень рады, что в этом году организаторы включили номинацию в области охраны окружающей среды. Наша компания занимается больше помощью больным детям, да, то есть направление, которое занимает нишу развития города, культуры. Для нас это очень важно. Очень много инициатив от отдельных граждан, очень много новаторов, которые обращаются и в общественные организации, и в науку. В прошлом году на премию подали заявки порядка 455. Это было наше рекордное количество за все это время. В этом году мы планируем побить этот рекорд, потому что мы продлили срок приема заявок до 3 месяцев. В общей сложности будут 5 месяцев активной подачи заявки. В прошлом году было 455 заявок, из них 100 это было от физических лиц. Наибольшее количество было отмечено в таких номинациях, которые касаются помощи детям-сиротам и развития спорта и образования. То есть эти три сектора в прошлом году были такие акцентированные. То есть наибольшее внимание, количество проектов осуществлялось в этом направлении. Контролировали, да. Для меня, как для человека, который пытается внести какую-то маленькую толику, да, в развитие именно благотворительности, меценатства, да, то есть для меня важно, чтобы был контролинг. Контролинг, он должен быть адекватным, и все процессы, которые регулируются в отношении как бы потраченных средств, которые мы собираем со всеми нашими друзьями, Хаумбоб, да, для нас очень важно, чтобы она эффективно использовалась, чтобы она никуда не оседала ни у кого в карманах там, по дороге. Да, то есть мы эти процессы делаем для себя полностью прозрачными.